Сегодня я хочу провести небольшой эксперимент и прокатить на своих плечах в байдарке двоих детей. Возможно, вы уже видели у меня подобное видео, где я катал одного ребенка. Это был мой сын. Но сегодня я хочу усложнить этот трюк и прокатить двоих детей на своих плечах. Ну а что у меня получится, давайте посмотрим. Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Медведев, и это канал Каноэ Спорт. Сегодня у нас довольно интересное видео, потому что я записываю его прямо с лодки. Ну а во-вторых, я хочу провести эксперимент и покатать на своих плечах двоих детей. На самом деле задача хотя бы проехать, ну, небольшое количество метров и сделать хотя бы 3-4 грибка. Один ребенок весит 55 килограмм, другой 25, ну и в общей сложности порядка 80 килограмм я должен на себе прокатить. Задача не из легких. Вся сложность заключается в том, что, во-первых, это очень тяжелый вес, и байдарка-одиночка, вообще, на самом деле, здесь сложно будет держать баланс, постараться не вывернуться, друзья. А еще самое главное, что, конечно же, дети подготовлены, они умеют плавать, и вот этот трюк мы проводим на мелководье, друзья, поэтому не переживайте, все здесь под контролем. Дети уже тренируются на той стороне. Поехали. Видно? Ну конечно, а что? Миш, только держись. Ровно. Так, все нормально? Нет. Миша! Все. Сиди ровно, за голову держи Макса, Миша. Макс, а ты меня? Да, я держу. Ровнее. Если падаем, то только направо, понятно? Давай. Держи. Погнали. Вот такое интересное видео у нас сегодня получилось, друзья. Спасибо большое за просмотр. Ставьте обязательно лайки и подписывайтесь на канал Каноэ Спорт. Ну и комментируйте, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете. И можете ли вы попробовать провести на себе 80, а может быть и 100 килограмм. А также, друзья, обязательно пишите в комментариях какие-то новые темы и что бы вы хотели увидеть. Я постараюсь снять и показать. Дорогие друзья, до новых встреч. Пока-пока. Все на греблях.